создать интерактивную фотографию для поздравления достаточно просто. Вот мы заходим на поисковик фотографий Comfight, набираем ключевое слово, которое могло бы нам помочь найти нужную фотографию. В данном случае я набрала рождественские подарки, ну, потому что поисковик этот по Flickr, там больше англоязычных авторов, поэтому пишем Рождество, а не Новый год. И вот я вижу фотографию, которая мне бы подошла для моего поздравления. Скачиваю ее. Вот здесь вот внизу у нас есть на желтом фоне ссылочка на автора, которую мы обязательно вставим. Если вы не знаете английского языка, есть прекрасный сервис Яндекс.Словари. Вы набираете слово необходимое и смотрите на его перевод. Для того, чтобы сделать интерактивную фотографию, мы идем на сервис thinklink.com. Здесь, если у вас нет еще аккаунта, кстати, почему у вас до сих пор там нет аккаунта? Здесь вы регистрируетесь с помощью Фейсбука. Если у вас есть аккаунт, загружаете фотографию, которую вот вы выбрали в качестве интерактивной, и затем расставляете точки, расставляете метки на этой фотографии, добавляете туда свои пожелания, то, что вы хотите сказать, что хотите пожелать своему другу либо коллеге. Сами точки могут быть, вот в данном случае есть рождественские такие кнопочки, ну, либо стандартные иконки, которые в этом сервисе присутствуют всегда. Если вы хотите во всплывающее окно добавить фотографию, эта фотография должна уже лежать где-то в сети, потому что нам нужен ее конкретный адрес, конкретная ссылка, в конце там должна быть .jpg. Если такая фотография у вас есть, вы просто вклеиваете ссылку на нее вот в это поле. Затем вы можете расшаривать эту интерактивную фотографию в Фейсбуке, выставлять на своем сайте, либо выслать ссылку своему другу просто по почте. Сила медиа. Сила медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой.